Привет, друзья! Посмотрите на тот мир, который вас окружает, если вы хотите понять, кто такой Бог. Все творение, которое находится вокруг вас, оно состоит из атомов и молекул. Атом в своей основе имеет звук и свет. То есть это то, из чего он состоит. Наши тела, они также состоят из атомов. То есть они имеют свои звуковые вибрации, а также полны света. Мы состоим из звука, из света, живые существа. Пение птиц, шум ветра, все наполненное жизнью. Шум реки, звучание, прекрасная мелодия и так далее. Все имеет свой звук. Все полно света. В основе всего творения заложена любовь и свет. Так вот, смотрите, в начале был свет. Свет. И из этого света исходила вибрация, звуковая вибрация. Это можно назвать словом, это можно назвать голосом. Но из этого света исходила любовь. Любовь. Так вот, свет – это мужской род, Бог есть свет. А любовь – это женский род. Понимаете? Если нет любви, значит, у нас нет и матери. Понимаете? Не может быть такого, что есть один свет без любви. Свет – это наш отец. Это Бог. Но из него же исходит любовь. Это его женский род. Понимаете? И у него есть имя. Эль – это свет. А любовь, которая из него исходит, это мать наша, Эмма. Другими словами, Эмма, ну Эль, с нами Бог, мы Эмма и Эль. Ну, вот так все просто, дорогие мои друзья. Если просто в это посмотреть намного глубже, то можно, конечно же, все это понять. Вот насколько любовь Божья может сегодня отображаться в нашей жизни, в нашем сердце и в нашем хождении перед Ним. Ну что ж, у меня на этом все. Размышляйте, думайте, молитесь, изучайте. Все очень и очень просто. Стоит только открытыми глазами и открытым сердцем на все посмотреть, и вы увидите все своими глазами. И если мы понимаем все эти вещи, то для нас становится все очевидно и ясно. Если мы знаем, что Бог есть свет, и свет – это наш Отец, если мы понимаем, что наша мать есть любовь, тогда становится понятно, почему Бог создал человека по своему образу и по подобию, как мужа и жену. Потому что наши небесные родители – это наша мать и наш Отец, которые создали людей по своему собственному подобию и образу. Ну, вот так все просто.